Мы заканчиваем укладку напольной плитки из керамогранита. Это очень твердый и надежный материал. Используем для этого обычный цементный клей. И здесь есть небольшая хитрость. Вообще, плитку нужно укладывать на идеально ровное основание. Если вы по какой-то причине не хотите делать новую стяжку или ваше основание с небольшими изъянами, это может исправить клей. Просто клея придется взять чуть побольше и выверять ровность укладки с помощью уровня. Нам это не требуется, у нас основание ровное, поэтому мы наносим клей слоем 5 мм.